В 60-х карьера Зыкина резко пошла вверх. Грустные ивы стоят у пруда, месяц глядит с вышины. Все вас любят. Да мало ли кто меня любит. Мне важно самой любить. Старинные. Вера Сотникова. Нет, 19 век. Евгений Сидихин. При случае купил в антиквариате. Сергей Никоненко. Пропала большая часть. Алексей Воробьев. В биографической картине о всенародной любимице Людмиле Зыкиной. Скажите, а вы кого-нибудь подозреваете? Конечно. Конечно же. Ты что, сдал? Крыса. Отдай мне его в разработку. А вот Людмила на телеканале «Барс».